Значит, следующий доклад тоже у нас достаточно сенсационен. Его подготовили Нина Владимировна Сокульна, кандидат геолого-минералогических наук, академик РОО АИПАН и ведущий эксперт Ассоциации экологии Непознанно, и Сергей Александрович Глазунов, эксперт Ассоциации. Вот Сергей Александрович и этот доклад прочтет. А он называется «Первый аппаратурный контакт с неземными цивилизациями». Слушать внимательно. Так, здравствуйте. Хочу вам сегодня рассказать о получении необычного сигнала, который был получен в Западной Сибири, вблизи деревни Оконево. Это Омская область. Для работы группу, научную экспедицию геофизиков пригласил журналист Михаил Речкин, который был уроженцем тех мест и написал ряд работ о загадочных явлениях данного района. Вот, на месте проведения экспедиция уже столкнулась с данными аномальными явлениями, которыми относились стоячие электромагнитные волны, лучи прожектора, направленные в небо, потом световые пятна, встречаемых на деревьях и траве, а также шаровидные плазмоиды. И в некоторых местах было отмечено негативное влияние на физическое и психическое состояние человека. Поэтому группой было принято решение о проведении исследований по изучению электромагнитного поля данного района. И, соответственно, это была основная цель – выяснить генезис электромагнитного поля, является ли он природным явлением или представляет собой искусственный сигнал, который может содержать зашифрованное сообщение. Значит, выполненные исследования можно разделить на 4 этапа. Первый, значит, соответственно, выбор места проведения эксперимента, второе – получение сигнала, третье – обработка и четвертое – декодирование сигнала и получение текста. Все работы были выполнены с 2000 по 2022 год, а руководила всеми работами Сокульна Нина Владимировна. Значит, переходим к первому этапу. Здесь вверх чуть не виден. Но это выбор места проведения эксперимента. Значит, изучаемый район расположен в междуречии Иртыша и Тары. Высоковольтных линий электропередач не наблюдалось в данном районе. Выбор места обусловлен природными и техногенными особенностями данного района. Значит, к природным особенностям относились тектонические нарушения, то есть зоны дробления, трещины, кольцевые структуры, блоки пород. Трещины имеются в виду раскрытые тектонические трещины. Вот. И вот эти нарушения порождали собой комплекс сложных излучений, к которым относились геохимические, акустические, гравитационные и, собственно, электромагнитные. И совокупность явлений природного и техногенного относилось влияние бытовой электрической сети. Совокупность природного и техногенного излучений вот этих обусловлена наличие аномальной зоны в данном районе. Вот. Здесь также стоит отметить, что для получения сигнала было необходимо правильно разместить исследовательскую аппаратуру. Для этого были проведены предварительные геологические исследования, которые, собственно, позволили определить наиболее подходящее место, правильно расположить аппаратуру, а также подобрать оптимальные условия для получения сигнала. Так, значит, и переходим к на карте показан район, вот красным квадратиком, это вот деревня Окунево, а внизу вот город Омск, Омская область. Вот. А здесь пример аномального явления в виде стоячей электромагнитной волны в основании склона у часовни. Вот. Теперь переходим ко второму пункту, это получение сигнала. Для работы в Окуневской экспедиции в отдельные годы был применен сложный комплекс разнообразного рода исследований, которые включали электроразведочные работы, сейсморазведку, рекогностировочные биофизические наблюдения, фотодокументацию полученных материалов, ландшафтно-индикационные исследования, математические методы обработки информации. Но наиболее важными здесь явились геофизические исследования, которые, собственно, и позволили по итогу получить сигнал. Значит, геофизические исследования выполнены инженером-исследователем Герасимом Владимиром Георгиевичем и оператором-геофизиком Ренатом Мансуровым. Вот он как раз на фотографии проводит эти работы. Значит, работы выполнены на электроразведочной станции МТУ-5А производства фирмы «Феникс Геофизикс Канада».
Значит, данная сейсмостанция регистрирует электрические и магнитные компоненты естественного поля Земли, электромагнитного поля Земли, по составляющим электрической EX и Y, магнитным HX, HY и HZ, а также время наблюдения. Значит, на каждом объекте было выполнено замеры с интервалом 12-15 минут временем наблюдения. Сигнал получен в диапазоне частот от 20 до 12 тысяч Гц. Временная дискретизация составила между замерами составила 4,2 на 10 минус 5 секунды. На каждом объекте было получено от 1,2 миллиона замер до 1,8 миллиона. Так, ну, собственно, после получения сигнала был выбран. А, вот здесь я еще тогда привел схему расположения аппаратуры, как она располагалась при исследованиях, и сам внешний вид. Здесь представлены электроды, GPS-антенна, сама станция, ноутбук, в который переходили данные, записывались. Вот. А схема, соответственно, справа. Значит, переходим к следующему этапу. Это был выбор ключевого объекта наблюдения. Значит, был выбран объект с названием «Школа», точка наблюдения 1. А вот я забыл сказать, самое главное, что всего было проанализировано 21 точка наблюдения на 9 разных объектах. Вот это один из этих объектов и одна из этих точек наблюдения. Значит, этот объект был выбран по тем причинам, что сначала был произведен мониторинг предварительных исследованиях в 4-часовой, который позволил получить более достоверные данные. И на этом объекте были получены самые информативные замеры. Вот. Переходим к следующему пункту, это обработка сигнала. Обработку сигнала также можно разделить на несколько этапов. Получалось 6 этапов. На первом этапе была выделена магнитная составляющая из общего массива данных. Это было сделано по той причине, потому что именно по магнитной составляющей было получено наибольшее количество импульсов наблюдений в два раза больше, чем по электрической составляющей, и отмечались наиболее информативные структуры. Значит, после выделения вертикальной магнитной составляющей был получен массив, в котором в основном выделялись крупные два пика, а остальные пики располагались рядом с ними. И также прослеживалось влияние электрической сети. Вот, поэтому предстояло провести дальнейшую обработку. На втором этапе была проведена фильтрация по частоте от 400 до 4400 Гц. Такая фильтрация позволила, под действием такой фильтрации получилось, что вот самые вот эти высокие пики несколько снизились, остальные пики наоборот поднялись. И это позволило рассматривать сигнал не только на тех высоких пиках, но и на тех пиках, которые располагались рядом. Вот. А третьим этапом было шумоподавление фильтрованного массива. Значит, это было сделано по методике, точнее, в программе «Изотоп RX3», разработчиком которой является Алексей Сергеевич Лукин, выпускник кафедры вычислительной математики и кибернетики МГУ. Значит, здесь применен метод спектрального вычитания, в котором наблюдаемый сигнал раскладывается на два профиля. Амплитудный спектр полезного сигнала и амплитудный спектр шума. Вот. С помощью преобразования Фурье происходит это разложение. Дальше вычитается амплитудный спектр шума, и уже после этого получается синтез результирующего сигнала полезного, который, собственно, при котором удаляется амплитудный спектр шума, то есть удаляется шум. Значит, и вот уже на вот этом массиве был как раз-таки виден результат и получено высокое значение сигнала и превышение его над фоном. Вот сейчас покажу массивы. Верхний массив – это был до обработки, а нижний – это как раз вот после обработки с фильтрацией и шумоподавлением. То есть красным вот я отметил основную зону сигнала, фоновые значения, которые вот по краям, и наиболее высокие пики сразу в сигнале проявились. Вот. Значит, следующим этапом… Возвращаюсь. Значит, следующим этапом был четвертый пункт – выбор участков исследования. Значит, на обработанном массиве уже были выбраны те участки в тех местах, где происходило наибольшее превышение амплитуд над фоновыми значениями. Приближения были рассмотрены листы, содержащие от 1200 до 1500 замеров. Вот пример таких листов сейчас я тоже покажу. Значит, здесь для вариантов по фильтрации по частоте верхней и нижней уже после шумоподавления. Всего, значит, было получено по четвертому этапу
41 лист вот такой информации, который содержал 1200-1500 замеров. Значит, на следующем этапе, на пятом, предстояло провести фильтрацию по амплитудам на выбранных листах. Значит, был определен фон, при котором значение амплитуд ниже фонового значения не учитывались для дальнейшей обработки и декодировки. Вот. Те амплитуды, которые были выше, соответственно, были дальше учтены и предстояли подлежащему последующему декодированию. Значит, было получено на каждом листе от 18 до 21 пиков наблюдения. И всего было получено 738 пиков по всем листам. И последний, шестой пункт – это дополнительный расчет параметра соотношения сигнал-шум. Этот расчет был проведен для того, чтобы понять, насколько полученные замеры можно считать сигналами. Для этого по справочным данным было определено значение, что необходимое значение отношения сигнал-шум должно быть больше 10 дБ, чтобы это можно было считать сигналом. Значит, мы провели расчет. Так. Вот он. Для вот фильтрованного массива при подставлении формулу, где СНР, соответственно, показатель отношения сигнал-шум, амплитуда сигнала, амплитуда шума, ну, фоновых значений, вот, был получен результат 19 дБ. То есть, в принципе, данные замеры можно считать сигналом. Вот, для сравнения можно привести данные, которые встречаются в телефонном речевом канале связи. Это 30 дБ. То есть достаточно близкие. Вот. Также было сделано это для всех массивов, и во всех массивах было, ну, в том числе для исходного, по среднеквадратичным амплитудам, по максимальным, во всех значениях были получены данные от 13 до 39, то есть все были больше 10 дБ. Так, и переходим к следующему пункту, это представление колебаний вертикальной составляющей напряженности электромагнитного поля в виде текста. Для этого также было проведено несколько этапов, чтобы было понять, насколько полученные замеры соответствуют статистическим закономерностям, присущим смысловым текстам. Значит, на первом этапе фактически распределение наших пиков амплитуд были заменены логарифмической моделью математической. На втором этапе была подтверждена правомерность такой замены. И на третьем выполнено сравнение полученных статистических закономерностей с аналогичными моделями, логарифмическими, которые присущи русским литературным текстам и русскому алфавиту. Так, значит, возможность представления вот колебаний напряженности электромагнитного поля в виде текста основана на расчете статистических закономерностей, выполненных по методике Юрия Николаевича Орлова и Константина Осминина. Это сотрудники ИПМ имени Келдыша. Также стоит отметить, что данная методика была применена при анализе манускрипта Войнича. Значит, для построения модели были рассчитаны следующие параметры. Значит, для начала была получена формула, соответственно, логарифмическая. Второй параметр – детерминация. И третье – расстояние близости между фактическими и модельными значениями. Так, значит, переходим к первому. Это построение формулы. Статистическая зависимость частоты встречаемости фактических амплитуд от порядкового номера их ранга в следуемом массиве была аппроксимирована логарифмической функцией. Объясню, что такое вот эти ранги и, соответственно, частота встречаемости. Значит, у нас, допустим, была какая-то амплитуда, которая значение составляли, допустим, 5 единиц абсолютных. Она встречалась там 60 раз. Была какая-нибудь амплитуда, которая по абсолютной величине там 3 единицы, и встречалась там 40 раз. И вот наиболее самая часто встречаемая амплитуда имеет ранг 1, который чуть пореже, соответственно, 2. И вот так по убыванию вот эта зависимость частоты от вот этого ранга аппроксимирована вот этой логарифмической функции, по вот этой методике. Значит, формула представлена вот на экране. Значит, здесь K – это текущий ранг, N – это сколько всего рангов, а O – это уточненное число символов, которое, по мнению составителей и авторов модели, отображает наиболее адекватную структуру модели получаемой. Переходим ко второму пункту – расчет детерминации. Значит, детерминация – это, вот, соответственно, R квадрат равна отношению дисперсий фактических наших распределений пиков амплитуд к их модельным значениям. При значениях детерминации, получаемых больше 90% или 0,9 в отношении, то такую замену можно считать очень хорошей, и это показывает наиболее близкое соотношение между фактическими распределениями амплитуд и их строимой к ним модели. Так, третий пункт – это расчет расстояния близости. Значит, здесь был просуммирован
разности на каждом ранге для фактических, соответственно, значений и модельных, и просуммировано потом по всем рангам. И общее значение должно было составлять, значит, если меньше 0,8, то это наиболее близкие соотношения и отличная сходимость. Если более 0,22, то это не близкие соотношения, и данное распределение нельзя заменять данной моделью. Значит, переходим к результатам. Значит, получены следующие значения, они сведены в таблицу. Расчеты были проведены для исходных массивов и фильтрованных. Соответственно, по этим данным можно сделать вывод, что наше фактическое распределение пиков амплитуд может быть заменено такой моделью с достоверностью 95-96%. То есть полученные значения позволили подтвердить правомерность такой замены. Так, и третьим этапом здесь было сравнение с аналогичными моделями русских литературных текстов и алфавита. Значит, данные также приведены в таблицу, и это сравнение позволило установить то, что установить близость между нашим распределением и распределением русских букв в литературных текстах. Вот, и, соответственно, предположить вывод о том, что наше излучение может содержать зашифрованный текст на русском языке. Так, переходим к... вот еще, да, графики как раз моделей и фактических распределений. Значит, первый голубой — это фактическое наше распределение, красненький — это модель, которая к нему построена, и уже вот остальные — это модели литературных текстов. Весьма близкие значения. Так, и четвертый пункт — декодирование. Значит, совместный анализ всех листов информации позволил выделить идентичность в структуре расположения пиков амплитуд и соответствующих им величинах. Значит, всего было выделено от 18 до 21 пика на каждом листе, которые были структуризированы в группы. Структуризация производилась ручным способом, потому что компьютерная обработка не дала однозначных результатов положительных. Значит, было выделено 4 группы. Значит, первая группа — это были самые высокие пики на листах, 11% от общего числа. А вторая группа — это были высокие пики, превышающие соседние. Это 23%, и общая сумма первой и второй группы — 34%. А третья группа — невысокие пики, это 36%. И четвертая группа — самые низкие и самые редко встречающиеся пики, это все остальные. Значит, здесь отмечаем то, что такое распределение по группам очень близко к соотношению частоты встречаемости букв русского алфавита по методике НКРЯ. НКРЯ — это национальный корпус русского языка, не сказал я. Значит, то есть у них в первой части основные гласные Е, А, О, И — это также 34,8%, часто встречаемые согласные — 35,6%, и остальные буквы — 29,6%. Вот, поэтому дальнейшее декодирование приходилось опираясь вот на эти данные вот этого распределения. Было предположено, что для каждой амплитуды характерна определенная буква. И было, значит, принято решение определить для соответствующих амплитуд, какие буквы характерны. Также здесь добавлю, что похожим методом руководствовался Юрий Валентинович Кнорозов при расшифровке письменности древних майя. Также у него было 4 группы, в которых в первом были гласные, во втором были сначала ведущий был гласный, потом согласный. Третья группа была согласный и иногда встречающийся с согласным гласным. И четвертая группа — закрытый слог согласный, гласный, согласный. Вот, значит, переходим дальше к декодированию. А нет, вот здесь я также график представил по распределению групп, соответственно, на листе, на одном из листов. 4 группы. Вот теперь переходим к декодированию. Значит, на следующем этапе была проведена присвоение букв русского алфавита к нашим значениям амплитуд. Однако при подстановке их слова, да, не получалось однозначного текста. Это может быть связано несколькими причинами. Мы выделяем здесь 4. Это значит, передача сигнала на космическое расстояние, то есть искажение сигнала могло произойти в космосе, в неизвестном канале передачи. Второе. Близкими значениями соседних амплитуд при относительно небольшом количестве определений, то есть 738 значений всего. Амплитуды у нас были построены буквы с шагом 1/10. То есть там 3,1 — это одна буква, там 3,2 — уже другая.
Вот из-за вот этого близкого распределения, возможно, вот произошло такое искажение. Значит, третье – это несовершенное знание отправителем русского языка. И четвертое – в настоящее время отсутствует опыт декодирования подобных сообщений. Поэтому для дальнейшей расшифровки было сделано допущение, что в амплитудах использовались помимо основного значения буквы еще и значение на плюс-минус 0,3 от основного. То есть на одно значение амплитуды применялось несколько букв, и уже выбиралось наиболее подходящее, с помощью которой можно было составлять слова. Кстати, вот еще могу добавить от себя пятую причину, то что вот такое искажение могло быть дискретным, вызвано дискретными замерами прибора, который составлял, как я говорил, 4,2 на 10 минус 5 в начале. Но это, по идее, не более 1/10 должно составлять. Но мы приняли, значит, допущение, которое 0,3, и если буквы укладывались в этот интервал, то они были учтены как совпавшие, а если нет, как, соответственно, не совпавшие. Так, вот здесь как раз один пример из начальных листов с полученным текстом. Выделены пики и, соответственно, обозначены те буквы, которые совпали и которые не совпали. Значит, черные совпавшие, красные не совпавшие. Вот здесь две не совпали. Вот. Переходим к результатам. Значит, на данный момент декодирован 31 лист из 41. Количество проанализированных пиков составило 624 значения. Значит, получено 495 букв, совпали 398, то есть около 80%. На начальных листах получен следующий текст. «Земляне, шлем сигнал, мы звезда большого пса, системы яркой звезды». Как позже по тексту стало понятно, яркой звездой будет здесь Сириус. Но об этом я чуть пониже еще расскажу. Значит, в этом сообщении также совпало 80% букв, что показывает неплохую сходимость. Вот. Но здесь также стоит отметить, что декодирование пока еще носит предварительный характер и должно быть уточнено при расшифровке оставшихся 10 листов, а также еще данных мониторинга по этому объекту. Вот. Это, собственно, наша дальнейшая цель, чтобы получить текст с наименьшей погрешностью. Вот. И переходим к выводам. Значит, первый аппаратурный сигнал от ВЦ был получен группой российских геологов во время изучения электромагнитного поля в аномальной зоне Западной Сибири. Получение сигнала на геофизическом приборе способствовало совместное влияние природных и техногенных факторов, а также излучение из тектонических трещин. Значит, обработка и декодирование сигнала включали фильтрацию по частоте и амплитуде, шумоподавление массива данных. Также оригинальную методику получения статистических характеристик электромагнитного поля и построение модели распределения отработанных данных. Сравнение распределений полученных статистических характеристик с моделями русских литературных текстов и русского алфавита, и установление их близости, а также присвоение букв русского алфавита значением амплитуд сигнала и составление текста на русском языке. Получен текст сигнала, содержащий представление отправителя, его дислокацию в космическом пространстве, предложение о возможном расширении контакта и передаче информации для Земли. И присланный сигнал соответствует о высоком техническом уровне отправителей, знакомься с основными понятиями землян и русским языком. Вот, и здесь хотел добавить пару слов о возможностях и перспективах контакта с ВЦ. Здесь мы выделяем три проблемы. Значит, первая из них – это поиск адресата. То есть, чтобы найти высокоразвитую ВЦ, надо искать ее на планетах звезд, которые как минимум старше нашего Солнца. Таким звездам хорошо подходят возрастные красные карлики. Сейчас как раз происходит зарубежными астрономами поиск сигналов от таких звезд. То есть это работы Мика Туоми и Джилл Тартер. Но у нас сигнал был получен со звезды Сириус. Дело в том, что Сириус сам по себе является системой весьма молодых звезд. То есть это Сириус А и Б, то есть 230 миллионов. Вот. И поэтому здесь, по всей видимости, возможно наличие третьего Сириуса, наличие которого в своем эксперименте подтвердили французские астрономы, это Бенест и Дювент, в 1995 году методом лучевых скоростей. Они определили, что возможно наличие третьего Сириуса вот в этой системе, тройной системе звезд. Значит, и вот этот уже третий Сириус, скорее всего, должен вот являться вот высоковозрастным красным карликом, которым, на планетах вокруг которого возможно наличие высокоразвитой ВЦ. Вот это был, значит, первый пункт. Второй пункт – это время передачи сигнала. Если использовать электромагнитные волны то с ограниченной скоростью распространения для передачи информации в космосе, то для, соответственно, передачи и ответа абонента потребуются многие годы. Вот. ВЦ, скорее всего, обходит данное ограничение тем, что в космосе используют какие-то совершенные каналы неэлектромагнитной природы, по которым информация доставляется мгновенно. А уже попадая на Землю, она трансформируется в электромагнитные волны, которые могут быть приняты
нашей аппаратуры, соответственно, и декодированы. Вот. Но вот это наше предположение, конечно, еще потребует тщательного изучения. Вот. Но на данный момент с нашим текущим развитием технологий пока что это невозможно. Вот. И третий пункт, почему, собственно, получен текст на русском языке, язык послания. А здесь мы говорим о том, что опираемся на гипотезу зоопарка Джона Болла, который утверждает, что высокоразвитые ВЦ уже давно о нас все знают и наблюдают за нами некоторое время. Соответственно, они осведомлены о уровне наших технологий, техники, также языки общения землян в данном районе, в Западной Сибири, допустим. Вот и послали поэтому сигнал туда именно на понятном нам языке, то есть на русском, соответственно. Вот. И, соответственно, последнее, что скажу, это то, что ведущие американские астрономы предполагают о наличии контакта с высокоразвитыми ВЦ уже в течение следующих 20 лет. Это Сет Шостак, институт СЭТИ. А также мнение ученого Мичио Каку, что это состоится до конца 21 века. Вот. Учитывая наше полученное сообщение, мы также считаем, что это возможно уже в обозримом будущем. Так, ну, собственно, вот все. Благодарим за внимание.